Хочу поговорить с тобой сегодня о кофе. Я часто встречаю в интернете такие высказывания, что кофе ухудшает снижение веса. Кофе очень вреден. Но чай нет. Если вы почитаете о составе кофе и чая, вы поймете, что в принципе по составу эти напитки очень близки. Тогда почему же такая нелюбовь к чаю, ой, к кофе и такая любовь к чаю? Мне это непонятно. А я знаю одну вещь. То, чему меня учили, и недавно я уточняла снова на курсах повышения квалификации по диетологии. Кофе, чай нежелательно употреблять в прием пищи, там, где есть красное мясо, печень и продукты, богатые животным железом. Ну, то есть, вы знаете, что есть у нас железо в растительных продуктах и есть железо в животных продуктах. В растительных продуктах железо у нас практически не усваивается, а в животных продуктах усваивается. И чтобы не ухудшить усвоение продуктов, богатых железом, желательно в этот прием пищи исключить кофе и чай, потому что вещества, содержащиеся в этих напитках, ухудшают усвоение железа из мяса. Опять же, мы не знаем, насколько без кофе у вас усваивается мясо вместе с железом, поэтому тут тоже спорный вопрос. Если, например, вы любите кофе и чувствуете себя хорошо от него, ну, пейте, просто как бы в рамках. Есть такой момент еще, что говорят, что мы получаем передозировку кофеина. Да. Чтобы узнать свою дозу кофеина, его надо принимать в микродозах. И чаще всего чашка кофе уже содержит передоз кофеина. Но люди, у которых гипотония, такие как я, например, делают выбор в сторону кофе, а не в сторону таблеток. Потому что, например, у меня есть выбор либо пить кофе, либо пить таблетки. И я выбираю кофе. Если вдруг вы чувствуете, например, не очень себя хорошо после распития кофе, то, конечно же, ограничьте. Да, я соглашусь со многими диетологами, которые утверждают, что на голодный желудок лучше кофе не пить. Это правда. Дело в том, что это все-таки не очень хорошо влияет на слизистую желудка, если пить кофе на голодный желудок. Поэтому выбирайте сами, что делать. Но не обвиняйте кофе в том, что вы не худеете, если у вас ваш рацион не сбалансирован, в том числе, если вы переедаете еды и обвиняете кофе в том, что вы не худеете. Договорились?